Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шлык, и сегодня мы поиграем в Хардстоун. Так, не, мы не здесь поиграем в Хардстоун, но, кстати, у меня 4-й ранг, ну, правда, я сейчас проиграл, потерял все звезды, и я так подумал, уже конец месяца. Легенду я все равно не возьму, но если только задротить жестко. Но дело в том, что завтра выходит Терра. Второе ЗБТ, на которое у меня есть ключ, по-моему, послезавтра или 29-го выходит переиздание Героев 3, вожди. Ну, точнее, предзаказ-то я уже давно купил. Выйдут они завтра, надеюсь, релиз не перенесут. Ой, завтра 29-го. Короче, мне будет вообще не до того, чтобы играть в ХС и набивать легенду. Так что я решил забить на взятие легенды. Вот я не знаю, в следующем месяце, наверное, опять не придется, потому что вот я уже сказал Терра, герой, еще там что-то выйдет. Короче, буду много снимать игр. Ну да ладно, сейчас мы раскатаем тогда аренку. Давайте раскатаем аренку. Рексар, Малфурион и Утар. Слушайте, а что у нас по квестам? Разыграйте 20 существ за 5 маны или больше. И разыграйте 40 заклинаний. Хм. Да, в принципе, пофиг, кого брать. Слушайте, ну давайте... Я не знаю, может, друидов... Я друидом не умею играть. Давайте Ханта возьмем. Хотя у Ханта заклинаний мало. Давайте Утера возьмем. У него заклинание есть. Поганище, ну, авантюриста я беру. Искупление. О, искупление, кстати, неплохой секрет. Правосудие, ну блин, что вы мне выдали, говно какое-то. Ладно, возьмем Мурлока. Древний исцелятор, вот мне не нравится это. Ну, как бы он-то хилит на 8 единиц. Ну, блин, лучше стол законтролить. Я не знаю, я, короче, возьму... Или вот этого трог камнедроба. Я возьму чокнутого подрывника. Пойдем, вот молот гнева, это хорошо. Молот гнева, давайте. Давайте механического йети возьмем. Вот, серебряный клинок, это хорошо. Так, разъяренный варген. Давайте Громилу себе возьмем. Уборочный гарем за ходы. Так, скрытный убийца пусть будет. Зубцевик. Ваше случайное существо получает способность божественный щит и провокация. Неплохо. Превращает ваше... Учитывая, что все остальное вообще лажа, я реально возьму зубцевик. Так, светоносец Синджин, заходи. Освещение однозначно надо. Алчный наемник. Или собирайте сокровища. Давайте собирайте сокровища. Алчный наемник там. Вот чудесный дракончик, нам надо подешевле. О, печать королей берем. Так, ну главу культа, потому что свет небес вообще фигня. Вот этот мини-бот раздражается своей этой шнягой. Давайте еще искупление возьмем. Так. О, слушайте, а я забыл, что у... блин, у рыцаря крови у нас есть, короче, мы самое, на этом наши полномочия и все. Так, давайте возьмем сайленса, то у нас нет сайленса. Отмщение. О, отмщение, кстати. Он дает ему плюс 2 к атаке, давайте жуткого корсара возьмем. Смирение или Мурлока. Я все-таки возьму еще Мурлока. Он нафиг, правда, не нужен, но со Штормградовцем он крутой. Давайте еще мини-бота возьмем. У нас есть этот хаватель. О, давайте еще Стражу Луну Света возьмем. Хотя вот этот, конечно, крутой, хочется его взять. Блин, давайте его возьмем, этот более как бы универсальный. Я, давайте еще дракона механика возьмем еще. Ай, у нас все за 4 маны, господи. Заступник авангарда за 2. Так. Наносит 2 единицы урона всем существам, возьмем предсмертный хрип. Каждый раз, когда разыгрывается... А, миротворца возьмем. А, вот такая у нас колода. Колода отстойная. Без какой-то общей мысли, без какой-то общей задумки, как говорится, понабрали, что нам дали. Но я намерен ей побеждать. Хотя бы пару раз. И Джайна!
Тикс, о, нам сразу мини-бот. Слушайте, я Голема тоже не буду выкидывать. Я вот разрушителя чар скину, у нас там есть еще. О, слушайте, как, какой нам... Ну, тут грех не победить. Тут с таким дропом мы просто... Тут нельзя не побеждать. Особенно, если мы на монетку и на эту разведем с помощью Мурлока, так это вообще будет песня. Просто персик. Шакой шо аж апельсин. Так, выходи, Мурлок. Давай монетку и свою удар. Вот этот. Монетку и удар. Дай монетку и удар. Всри монетку в никуда. Я хочу, чтобы ты всрала монетку в никуда. Нет, не тупой. Не тупой оказался этот чувак. Ладно, давайте. Тревога поднять щиты. Выставляем. Ну давай, стрельни по нему. Стрельни по нему, стрельни по нему. А этого вот так убей. Стрельни по нему. Да шо ж ты такой, говнюк-то редкостный, а? Тебя прям не поймешь. Ты прям... Так вот, я не знаю, я хочу сыграть иступление, но я хочу вызвать уборочного голема больше, чем... Так, пойдемте это. Пусть он об нас бьется, а мы будем, короче, долбить ему по башке. Мы будем долбить ему по башке. Опа, он нас хильнул. Ура, он нас хильнул. Вот крутяк. Шо ты там кастуешь, а? Фига ты, короче, тип. Ля ты тип. Фига ты тип. Он, короче, решил взять... что он решил взять? Давайте, короче, я даже не знаю. Миротворца я не могу. Ладно, давайте Корсара пока поставим. Фиг с ним. Пусть бьется об него. Вот. Блин, у него морозный йети там оказался. Но мы сейчас морозному йети-то хелсы подрубим. И давайте иступление повесим. И пойдем ему морду бить. Пойдем ему бить морду. О, божественный щит. Вот бы нам бы сейчас поглотителя божественных щитов-то. Было бы круто. Вот бы я бы порадовался. А ты нифига ты не пробьешь. Ха? Не ожидал такого нежданчика? А так, дай поглотитель божественный. А, ну, кстати, вот эта шняга тоже ничего так. А, только надо чем-то бы вот эту снять, а нечем. А, пофиг. А, да. Ладно, иди бей в морду. Что, чи карту взять, что ли? Чи Мурлока? Да, давайте еще такого вызовем. И пока все, пока все. Ну, он сейчас, понятно, так и так, и так и так, и так и так. И кого-то призовет. Смотри, как я его прочитал. Вот так, вот так. Вот так, теперь вот так. Так, теперь вот так, теперь вот так. Ты дятел, и у меня другой план был. А, ну ты сначала вызвал, а теперь... Все, все, это норма. Это норма, ребят. Это все, вся. Чокнутый подрывник, захренячь вот это вот. Дай. Блин, ты идиота, кусок. Сосиски намек. Так, ладно. Призовем вот этого. Все, заканчиваем ход. Ну не мог, вот, ну как ты? Как ты промо. Ну как ты. Ай, чокнутый подрывник. Я зачем тебя в колоду брал? Чтоб ты вот это вот сюда, сюда и сюда кинул. Че, куда он кинул? Ну да, он тен-тен-тен кинул. А, ты сюда надо было одну бочку кинуть. Было бы хорошо. А тебе. Закончен бой, иду на смерть. Пилю летсплей. Так, о, огр громила, выходи тупила. Блин, на молоток кинуть уже. Надо кинуть молоток. А то что-то молоток не кидаю, надо его сейчас. Ну, просто он сейчас призовет существо с 5 жизнями. Мы на 3 молотком, а потом еще на 2 освещением, и так все красиво будет. Ты ж не разменюйся, хотя, в принципе, пофиг, разменюйся. Вот, лучше колдай. О, фаербольчик просрал. Нормально. Хотя, может, у него их там 12 штук. Эх, и не знаю. Я просто тебя потеряю. Ну как, Аренка? А ты, говнюк, не вовремя. Напишем, сливаю. Напишем,
Сливаю. Готовь превью паладин. Так. Уже сделано. Вот, пейте. Блин, ну нам надо как-то контролить, короче, это дело, потому что, ну, какая-то лажа вообще получается нездоровая, я не знаю. Я, короче, о, клаксон, провокация, нормально. Короче, тупо я сейчас потратил, очень тупо я потратил. Зато я ракету сейчас запущу. И еще вот эти вот шняги загорятся. И они взорвутся. Бум. Что же делать? Давайте еще те ракетки запустим. Сейчас. Ну, блин. Запускайся. Вот, 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 кажись, туда. Нет. Может, ее как-то тут растопить можно? Опа, попала туда все-таки искорка. Замечательно. Сейчас они загорятся. Слушайте, неужели этот маг АФКшнул? Или это я АФКшнул? Я буду надеяться, что это заафкашил маг. Или это я заафкашил? Ну, у нас есть 50%, значит, что это он или я. Не, ну ход-то мой, извините, начался. Слушайте, ну партия идет, у него карты берутся. Вот прям подарок судьбы. Не, я в это не верю, ребята. Слушайте, ну это реально нам подарок. Мы его сейчас запинаем, давайте вот этого провокатором сделаем на всякий случай. Слушайте, если маг вышел, и мы, или его мамка позвала борщ есть, я не знаю. Но нам повезло. Нам повезло. Ничего, меня тоже мамка зовет борщ есть. Когда я играю, так что нормально все. Вот. Да. О, зубцевик. Заходи. Ну ты, блин, выдал, нашел кому выдать. Апнись. Так, ну мы на следующий ход его убьем. О, он пришел. У меня кончается время. Давайте скажем ему здравствуй. Скажи, но меня же... Он только что шевелил картами, я это видел. Я это видел. Ты не заставишь меня думать, что ты не шевелил картами. Готов. Так, отлично. Первая победа на арене. Это было легко. Это было очень легко. Я так и рассчитывал. Мы тут вообще изи побеждали. С самого начала тут было понятно, что я побеждаю. У нас было огромное преимущество с первого хода. И мы, короче, просто снесли. Просто вот, просто взяли и смели этого мага с лица Хардстоуна. Так, ладно, давайте посмотрим, кто наш следующий соперник. Наш следующий соперник это мой противник, это ваш противник, это наш противник. Это Малфурион. Малфурион. Он должен защитить эту землю. Точнее, природу.
Короче, я вот это все нафиг выкину, да? Вы поняли, да, задумку? Офигенный дроп пришел, просто шикарный, просто супер. Ну, почему я скинул, потому что... Иди нафиг в жопу, сволочь, тварь, паскуда. Давайте с помощью чокнутого подрывника попробуем. Ну, пожалуйста! Ой, красавчик, вот сейчас вот уважаю, респект. Вообще закинул чётенько, чётенько. Там эта свинюка горчит, вы слышите? Пора пустить кровь, пускай кровь. О, эх, мы не можем. Да ладно, пофиг. Я вот что думаю, может он клюнет. Короче, это я сейчас опасно играю на самом деле. Ну, он просто может сейчас вот так ударить, чтобы получить... Да, он сейчас так и сделает. Косяк в том, что, блин, фак. Нет, подожди, а как ты сделаешь? Да, он сейчас так и сделал, как я говорил. Но у меня все рассчитано. Смотрите, он все четко сделал. Мы берем зубцевика, мы убиваем этого чувака. Тут накидывается божественный щит, мы убиваем этого чувака. А чё теперь? Вот тебе многоходовочка. Кто смотрит? Крис. Тебе слишком много, Крис. Можно, короче, сейчас взять карту. Я, наверное, этим воспользуюсь. Давайте возьмем карту. Но это исступление. Блин, косяк в том, что, короче, мы ППРПП. Да, вот именно в этом косяк. В том, что мы ППРПП. Ну куда коготь? Слышь, ну ты чё, когтями пацаны нормальные не играют. Это ты, короче, все, зашквар полный. Зашквар полнейший. Кого призываешь? Кого призываешь? Катина, скажи, кого призываешь? Давай, покажи. Покажи свою... Ментальный дислокатор. Слышь, я тебе сейчас по башке как заеду этим... Короче, вот этим и иступление повешу. На тебе ментальный дислокатор. Чё, ментально не дислоцирует теперь? У него 3 карты и 6 маны. Я боюсь единственное, чтобы там не был этот говнюк. Не был... А чё делает вообще? А, о, переработка сложена. Это ты, короче, красава. Так, мы сейчас ставим вот этого. Ставим вот этого с... С, короче, божественным щитом. И сейчас, может, еще придет божественный щит. И мы потом как выставим рыцаря крови. Вот он как долбанет. Слышь, ты, какой уничтожает... Что? А, у меня же иступление сейчас прокнет. О, норм тема. Живи! Ему теперь придется... Ну и что, тебе теперь вот так все равно придется добивать. А у меня печать королей, ха-ха-ха. Ты мне сам ее дал. А я могу даже над тобой стебануться. Я могу сыграть миротворца, но я не буду. Я сыграю печать королей. Блин, вот этого бы апнуть, конечно. 3-3, ладно, давайте убьем. Это нам нужнее. И давайте, например, големчика вызовем. Так, ну тут, я думаю, уже можно пушку снять. Так что идем бить его, уничтожать просто ему морду. Ну и что ты теперь скажешь, друидишка? Блин, откуда ты берешь этих существ таких? Да стоямба на ямба, слышишь, мамба? 7-7. Вот говнюк редко. О, жуткий корсар. Как хорошо, что ты пришел. Вообще, я так рад тебя видеть. Ты не представляешь. Мы еще вот так вот сделаем, короче. Так, и, наверное, мы вот так сделаем. Нет, чувак, ты, короче, все карты растратил. Тут ты не победишь. Все. Тут вообще тебе не ловить нечего. Иди кури. Что за медвекот? Что он делает? Когда это существо получает урон, вы кладете карту, запасная часть к себе в руку. Да подавись. Это опять такая шиняшечка. Это как она его задолбала.
как его задолбала, эта шняга достала. Только нам сейчас придется разменять. А мы вот так долбанем сейчас. И вот так долбанем сейчас. И авантюриста призовем. И медвекота убьем. Пусть возьмет запасную часть. Она все равно ему ляжет не в масть. Что я за хрень несу? Вы вообще слышите? Ладно, не суть. Похрюкай там, сидишь, хрюкаешь. Блин, а ему неплохие, кстати, карты, должен сказать, приходят. Э, хорош, хорош, Нилка Плюс пишет. Хорош, короче, убивать меня, чуваков. Не убивай, чуваков. У тебя все равно нет мозгов. Ты меня достал. Как же сильно ты задолбал. О. Неплохо сыграно. Вот так тебе, а? Чё теперь скажешь, а? Чё ты мне теперь вообще? Твою ж мать. Но мы все равно его убьем. Неплохо сыграно. Но мы все равно тебя уничтожим. Мы все равно тебя уничтожим. Так, отлично. Это вторая победа, учитывая, что первая досталась нам вообще в очень ожесточенном бою. В очень тяжелом там просто мы... Ну, мы там с самого начала доминировали, там мы должны были побеждать. Вот, ладно. Сейчас посмотрим, что принесет третий раунд. Что принесет раунд 3? Fight! Invited. Mortal Kombat! Опять маги задолбали. На арену берут либо магов, либо паладинов, либо, блин, больше никого не берут. Так, зубцевик я оставлю. Прикольная тема. Прикольная тема, ничего не скажешь. Такая противная. О, она еще с этим закомбинится, только, блин, нам... Ай, отстой, не закомбинится она с этим. О, вот с этим. Ну, в общем, вот. Я тебе обещаю, я тебя убиваю. Ты умрешь, как говнюк. Видел зверь, там был стук. Что я несу, мама дорогая? Так, нам главное серебряный клинок в руку взять, дожить до четвертого хода. А, зараза, убил. Ну, это нормально, это нормально. Это норма, ребята, это норма. Все ничтяково. Хей, а ну отдай. На следующий ход, даже если он сейчас выдвинет этого провокатора... 3-5, мы его убьем с помощью серебряного клинка, еще и своего провокатора поставим. Ты что, я не думал, что ты такую хрень мне вызовешь, ну ладно. О, искупление. Блин, так не хочется, ну ладно. Бам, шакалака-лака, бам, шакалака-лака, бам-бам-бам, шакалака-бам-бам. Нам, короче, надо искупление сейчас повесить. А, вот. И ты... Я не успел взять две карты. Ладно, спасибо и на этом. От колдуны вечно заколдуют всякой хренью. Че теперь скажешь? Че теперь скажешь? У меня теперь вот такая шняга висит. Это все. А еще у меня есть сниматель божественного щита. Че, овца что ли? Файербол. Извини. Извини, но мой чувак вернулся. He's believe he can fly.
О, монетка, монетка. Монетка, монетка. Эх, монетка, монетка. Эх, монетка, монетка. Блин, нахрен мне это все надо. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Лай. Да, как-то так. Как-то так, и вы поняли, что я хочу сделать. Я хочу вот этим накинуть, чтобы потом сыграть. Чё ты, нестабильными порталами нефиг тут раскидываться. Там оттуда что-то хорошее может упасть. Не надо раскидываться нестабильными порталами. Чувак, чувак, чё тебе там упало? Тебе оттуда упала какая-нибудь легендарка за 12 маны, которая сейчас 5 стоит. А, не, пушка скверная, всего. А, всего. Что она делает? В конце вашего хода наносит 2 единицы. Что за, сука, несправедливость? Почему тебе именно? Слушайте, а это неплохое, кстати, шняга. Пушка скверная, блин. Ну, ничего так, тема вообще рабочая получается, да? Я даже не знаю. Ладно, давайте ее в общем, убьем. В общем, давайте ее убьем. Вот. А теперь я сыграю вот так вот. И вот так вот. И на следующий ход я просто накину зубцевик, потом вот этого, и потом вот этого. И он его в овечку превратит. Вот косяк, а. Ну... Так, Йети, и вот так добил, да? Вот падла редкостная. Вот ты говнюк редкостный. О, миротворец.